хочу выразить надежду на то, что все мы, все, кто участвует в этой работе, с пониманием важности того, что мы делаем, сосредоточимся на решении еще нерешенных задач и проблем, сделаем все в срок и с должным качеством. Со своей стороны буду так же, как и прежде, внимательно смотреть за тем, что происходит. Рассчитываю на то, что и правительственные структуры, соответствующие министерства, ведомства не будут снижать внимание к этим вопросам, а наоборот, чем ближе к Олимпийским играм, тем больше внимания будет уделяться подготовке к Олимпиаде, с тем, чтобы уже в следующем году, как уже здесь говорили, наши спортсмены могли приступить к полномасштабным тренировкам на всех объектах, и чтобы мы могли, прямо скажем, извлечь естественное конкурентное преимущество, выступая на родных площадках. После этого в августе этого же года, более того, 2010 года было такое дело. В 2010 году мы завершили проходку первых двух туннелей команды, прежде всего, российских железнодорожных строителей, железнодорожников, плюс иностранных специалистов, решать самые сложные проблемы. Все условия: вода, газ, канализация, столовая, клуб, спортивная площадка для обеспечения интересов как спортсменов, так и гостей Олимпиады. Вот это вот мы с вертолета сняли аппарат. Все строительные работы завершены, и сейчас, как вы видите, уже ведутся работы отдельно. Для работников «Газпрома», то есть все сделано для людей. Жилой комплекс? Да, ну вот, буквально рядом.
Там он не имеет права на этом ВГТРК. Мы только здесь.